как член партии, как глава, который шел от партии, четко и ясно могу сказать, что каждый одинцовец видит, знает и ощущает эту программу. В прошлом году по цифрам это более 30 миллионов областных денег в городе Одинцово. В этом году более 40 миллионов областных денег в дороге Одинцово. Вспомните Перхушковский переезд. Огромные объекты. Это объект двух членов партии, я бы так сказал, Иванова и Воробьева в программе губернатора Московской области. Сколько машин, вы все ездили, правильно? Сколько машин там было побито? Сколько людей пострадало на этом переезде? Сколько мы объезжали по времени, кто по пьяной дороге, кто по мирке и так далее. Возьмите следующий огромный объект, который начался строиться, продолжается строиться. Это объект города Одинцово, это улица Маковская, соединяющая 8-й микрорайон города с основной частью города Одинцово. Город поделен железной дорогой на две части. Проехать и добраться порой из одной части в другую очень и очень сложно. По всем известным причинам. Как сложно добраться, если ты заболел, если скорой помощи нет. Как в этой ситуации, когда едет пожарная машина. Сегодня идет строительство этой развязки, этого моста. Деньги, первый миллиард уже выделен. Это две полосы в каждую сторону, это больше километра. Это соединит две стороны, жители этого очень и очень ждут. Это реальные объекты программы. Поэтому мы все это видим, мы это понимаем, мы это ощущаем и поддерживаем. Спасибо.